подписан на канале Мы2017, игрок Мендрил. На данный момент я зашел в игру за Сан-Паулу. Присоединяйтесь, код уже во вкладке сообщества. Так, это 100 игроков, мир уже очень большой, поэтому наша цель будет как минимум захватить Гойас, или по крайней мере с ним подружиться, захватить пару стран, стать большим, опять же, и, ну, наверное, высадиться в Африку, а там уже дальше в Европу. Хорошо, сначала я буду делать вот это. Я буду смотреть коалиции. У нас есть ось, ну это понятно, всегда в таких играх есть ось. Альянс настоящих снегров, ладно. Ссора, ладно. Союз мусульманских государств. А я сюда присоединюсь, и, наверное, да, я сначала, мне просто будет выгоднее. Так, мне будет выгоднее, потому что, вот, у меня будут союзники, и можно будет с ними. О, нормально, 80 уровень. Гояс у нас. 68, я 65 уровень. А Аргентина у нас 40-й, ну можно будет потом от Аргентины избавиться. Хорошо. Так, сначала мы исследуем пехоту и танки всегда. Вот, ось я выбрал доктрину, потому что это самое лучшее. Ну, для меня. Сан-Паулу, тут мы будем строить танковый завод. Ага, хорошо. Потом Монте-Карло мы будем строить... авиационный завод. Тут у нас будет Викториморская база. Тут у нас будет, наверное, казарма в Уберландии. Вы, наверное, помните мой ролик в Уберландии, типа шорты. Если смотрели, то не смотрели, то посмотрите. Так, все. У нас тут, наверное, опять же, срач в газете. Я захожу, тут 30 сообщений, класс. Хорошо, класс просто. Пишу я Северной Бразилии. Можно в коалицию. Я напишу, так, вот, да. Можно в коал. Просто. Сейчас еще вот так сделаю. И вот так. Тем более, что я выше уровень, чем Аргентина. Хорошо. Наша цель будет... Ой, простите, я болею. Да, но я все равно снял записать ролик. Поэтому с вас, наверное, лайк. Так. О, так, получается, у нас будет Матугу... Кампу-Гранди. А, не, Матугросу. Матугросу, Парагвай и Южную Бразилию я хочу себе забрать. Поэтому сводим мы войска. Сводим мы войска. Поэтому вот так. Так, значит, на всякий случай ставим возле Западной Бразилии, да? Запад Бразилии я, наверное, оставлю. Тут войска, я тоже сюда посвожу войска. На всякий случай, знаете, да, сейчас возьмут и мне в затылок нападут, а я не буду готовым. И, наверное, с Рио-де-Жанейро растягну. Наверное, сначала я на ботов пойду, а потом уже... Да. А с Викторией я вот сюда отправлю. Хорошо, у нас этот войска распределены. Какой будет наш план? Запад Бразилии, его пока что можно не трогать, но на всякий случай я прикрою границу, я посмотрю, какой он уровень. Если он нормального уровня, а он нормального уровня, то я... Хочу ему кинуть мини-союз. Давай мини-союз, я напишу ему. Давай мини-союз. Хорошо. А Маронян какой уровень? Мне интересно, просто можно спровоцировать. Опа, а вот с Мароньяном надо быть аккуратно, потому что сейчас... Конечно, очень много игроков на четвертый день покинут игру. Будет очень много ботов. О, ну вот, все, видите, начались войны. Начались у нас тут войны. Северный Урал уже начал захватывать. Хорошо, допустим.
И вот так, поэтому мы, получается, должны будем вот сюда, наверное, в Уругвай войдет Аргентина северная. Поэтому я северную Аргентину, может быть, тоже нейтрализую. И, ну, и вот так у нас идет. Хорошо, потом будет у нас высадка в Африку, Джеймстаун, конечно, можно будет взять. Если его кто-то не возьмет. Если его кто-то возьмет раньше меня, я не знаю, что я с ним буду делать. Конечно, если это будет Марианьян, я, наверное, тоже сам помолчу. Хорошо, будем как мы исследовать. Исследовать мы будем, ну, вот так, да, то есть, ну, как мы все исследовали. Потом артиллерию нам будет исследовать. Танчики, да, пехота, ну, вот это достаточно двое, а так уже качать просто пехоту. Самолеты мы будем качать, наверное, сразу же пойдем на второй день на страты бомбардировщик. И морскую мы должны линкор. Линкор это самое лучшее. Я вам сообщаю. Вот так, поэтому. Так, сейчас тогда я свожу войска. А кто вот сюда идет, мне интересно? Я забыл просто уже. Ого, окей, хорошо, значит ты. Ты у нас. Потом мы берем. Вот так. Берем тебя. Вот так. Ну ладно. Вот так. И сводим в этот уголочек. Вот, ну вот прям вот сюда. Чтобы если в море, то в море можно было. Хорошо, 58 минут, и мы там. И вот это тоже в уголочек вот сюда. Вот так. Хорошо. Так. Значит, будем мы готовы. Вот тут мы пока что укрепляем фронт и не будем воевать. Потом уже, мы когда обезвредим Матугроссу, то тогда пойдем уже на Южную Бразилию. Вот так. Хорошо. Значит, нормально. Сейчас ждем, пока меня в коалицию примут. Главное, чтобы они сейчас не вышли. Так, если что, можно в коалу. Вот так, просто тупо скопирую. Можно в Куал, допустим. Ой. Значит, новый разговор. Гояс. Ой. Я забыл скопировать, ладно. Короче, пишем. Можно в Куал. Вот так. И давайте еще Аргентины. Аргентины напишем. Тут просто очень-очень хорошие челики. Сидят на Латин Америке. Первый раз в жизни. Так, пишем. Можно в Коал. Коал. Хорошо. Так. Вот так. Так, смотрите. Я вам хочу сообщить, что на нашем канале, кроме этого всего коловар, будет еще выходить танчики. Танчики это очень прикольная игра. Новая вышла недавно. Вот Блиц, да? World of Tanks Blitz. Мой друг Халатник, я его рекомендую. На канал, если что, зайти на страницу канала, можете на него подписаться. Он тоже, то есть мой танчик, это все. Я решил последовать, наверное, его примеру и. Взял и пошел сам снимать их. Поэтому будут выходить одновременно с коловар и танчики. А, ну. Хорошо. А теперь продолжаем уже. Это не реклама. А потом мы, наверное, высадимся, когда будем высаживаться, наверное, в Анголу. Конечно, в Анголу, наверное, сейчас кто-то высадится. Мне интересно, одна вещь. А мне интересно, кто будет противник этого, если будут воевать две Аргентины? Ну, это... А. Ну, пока. Пока Северная Аргентина. На 10 уровней Южная Аргентина на пару уровней выше, чем северная, южная выше. То есть, ага, вот все, вот началось на Чили нападение. И вот так. Поэтому, а на этом мы, наверное, будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.